Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдий, и я решил потрешивать, ну как всегда, шансливо. Минимально я хочу попробовать пройти битву гильдий вот таким вот героем, Асуриком, собранным на максимальное ХП, 10-10 стойкость. Ну, то есть хороший такой вариант, плюс я сюда поставил дополнительное выживание для отхила. Герой имеет иммунитет к стану, страху, плюс понижает на 50% входящий урон. Соответственно, в принципе, Зефир он не настолько будет страшен. Единственное, что мы возьмем с вами, наверное, рез сюда для перестраховки, неохота сливаться. В принципе, я думаю, нам такого варианта должно хватить. Так, ну что, поехали. Я не знаю, что сейчас будет, но он себя показал реально очень круто. Поехали, 1.3. Сегодня у нас миллионники. Так, Фрейя есть. Попробуем выцепить оккультиста. Правда, если мы туда забежим, то убьют все. Лучше отсюда попробовать. Конечно, он бьет дофигище целей сразу. Ой, отлично, Фрейя включилась. Супер, это радует. Теперь можно будет зависать, думаю, на Фрейе. Смотр просто отжигает. Может, это через Фрейю попробовать зайти? Как вариант. Да, давайте, пока не поздно, забежим через Фрейю. Просто нереальнейший герой. Мне он очень нравится в такой сборке. Асса тащит. Сейчас он будет шатать вас. Так, смотрим. Феникс и Фрейя начали долбить, причем жестко. А посмотрим, чем это закончится. Воу-воу-воу, не сливайте его! Как видите, к сожалению, его слили. Так, я сразу же так резаю. Мне все-таки интересно посмотреть максималку от него. Да, может и действительно надо уклонения какие-то ставить. Да, слили. Да, печаль, печаль. Я все-таки ожидал, что он простоит подольше. Но, увы. Ну, это такое, это тест. Самое главное, чтобы у нас не слили стрелка, потому что стрелок шанс, ребята, значит, как обычно. Только сказал, потому что стрелок. Все. Однозначно, ребятушки, мы сегодня сливуны. Но без этого никак. Но посмотрите, что делает у нас красавец Зефир. Конечно, он их не ушатает. Но он хорошенько так разбирает фрейку. Вот тут слив. Первый тест не удался. Поехали дальше. Бредовая была, конечно, наверное, идея заходить тудой. Поехали через мишаню. Надо на ком-то хорошо зависнуть. Просто только на ком. Кажется, он сейчас и мишаню нафиг разберет.
если попадет в кулдаун. Смотрите на Мишку. Мишка держится. Мишка держится молодцом. 14-й. Пацаны понакачивали 14-х. А толку от этих 14-х скиллов никакого. Я не знаю, какой смысл мешания. Это та же самая Фрея, только Фрея дамажит, а этот нихрена не дамажит. В принципе, плюс то, что у него защита от стана, у нас обряд лечения хилит, выживание хилит и дофига жизни. Плюс еще пониженный наполовину урон входящий. Вот танк он довольно-таки неплохой. Единственное, сейчас найдем какую-то интересную расту опять. Попробуем забежать. Но видите, Фрея все-таки слила. Против Фрея надо было ставить выживание, скорее всего. Ой, точнее, СО. Чтобы меньше входящего урона было. Потому что у нас тут максимальный входящий урон. Нам, в принципе, обряда должно и так хватать. Так, кто у нас тут еще? 900. Не 7. Лям 100. Так, вот она, Фрейка. Сейчас попробуем обратно же также запустить. Видите, Фрея пробивает и довольно-таки хорошо пробивает. Зефир, посмотрите на уходящий. Это просто жесть. Они издеваются. Так. Давайте попробуем другой вариант. Попробую. Так, на ком там у меня? Попробую такой вариант, чтобы немножко обезопасить. Так, отлично. Блин, этот вообще проходит битву гильдии или что он там делает? Они с нами в прошлый раз были. Та же самая раста. Видите, зеленый смотр сразу же дамажит Фрейку, и Фрейка активируется. Так, Зефир пошел. Смотрим. Пробивает. Причем жестко пробивает Фрея. Хорошо, давайте сделаем мега-тест. Давайте потестируем. Вот так. Сюда мы запихнем 10-ю угольку. Это уже, конечно, вообще трэш будет. Интересно это посмотреть. Что с этого получится вообще? Как оно вообще будет все взаимодействовать? Можно было бы сюда еще священный суд. Ну, вот сейчас вот получше уже. Втулить. Но все равно посмотрите, по 350, нифига себе. Это что за дамаг такой? Криты одни вылетают от зефира. Хрена себе. Это походу зефир так стабильно бьет. Только он может так бить. Попробуем отсюда забежать со стороны Фрейки.
опять же, видите, недомогание срабатывает, то есть ему надо реально кого-то для отхила. Ну, Огник Феникс, это просто смешно. Посмотрите, он по чуть-чуть проседает. 54%. Будет шансливо, ребята, как обычно. Я все никак не успокоюсь. Давай, тащи, ворожей. Все, ребята. Это 100% опять слив. Но зато это тест. Ну, не знаю. Блин, я все-таки ожидал, что он больше покажет. Лучшие результаты покажет на битве гильдии. Реально хотелось, чтобы он просто их проходил. Но, увы, видите, все-таки жизнь это классно, круто. Но в нынешней ситуации все-таки рулит уклонение. Туда по нем попадать не будут. 97. Это просто изи. Так, кто у нас еще? О ком мы еще, ребята, не сливались? Можно, конечно, повыставлять супер питомцев и прочих, но это ж не интересно будет. У нас тест сливуна. Вот интересно, сейчас такой сборки один на один против Фрея. Еще как вариант, можно было бы попробовать не обряд лечения, а попробовать священный суд для уменьшения входящего дамага и увеличения хила. Но тогда у нас бы хилил только Хрон. Ой, Хрон, говорю, Смотр. Но сейчас против Фрея вот в такой вот сборке он реально держится хорошо. И Фоба там даже пробует что-то блокировать. Видите, надо на ком-то зависнуть одном, потому что мы идем и нас там все начинают дамажить, хреначить. Ну, держится. Сборка, конечно, со стойкостью, как видите. Жизни много, но все равно это херня. Единственное, что на такой сборке можно, это чтобы на нем сливались те, кто много дамажит. А так она бессмысленна. А вот максималочка, огненка, СО, обряд лечения. Ну, надо еще попробовать, священный суд будет на нем, посмотреть. Правда, по отхилу у нас тогда только смотр будет. Ну, смотр нас будет хилить на фул, в принципе. Так, видите, по 600к отхил. Нормально затащил. Надо было с него начинать. Так, тут у нас зефир заряженный, да? Да. Попробуем тогда со стороны. Но здесь хоть дамаг более-менее нормальный. 150. Но недомогание, вот. Недомогание срабатывает, он не успевает отхилиться. Просто тупо не успевает. Где, видите, где есть. Можно попробовать другой вариант. Можно попробовать закинуть его и закинуть ворожея. Он у нас будет как танк, а ворожея у нас будет дополнительно подхиливать. Ну, блин, сотрю попадают. Посмотрим вариант. Ну, ничего себе. Ничего себе, там еще и Атлант. Нафига Атлант в тотеме возле зефира, если по зефиру максимальный дамаг прилетает 36, там, ну, плюс-минус, я имею в виду. Нафига ставить? Он же будет Атлант этот отражать на нем вообще херню. Логика у людей, конечно, железная. Ну, видите, в таком варианте, если он с ворожаем, как танк, вполне даже очень ничего. У
Но все же я немножко разочарован такой сборкой. Все-таки выберешь уклон, он будет не сливаем, в принципе. Но на нем убиваться не будут на отражалке. Ну, в принципе, как вариант с уклонением, все-таки, как и многие герои, будет поинтереснее. Вот такая вот, ребятушки, битва гильдии. Пишите коммент, ставьте лайки за сливы. Всем удачи, всем пока. Вот такая вот сборка. Сейчас вам его покажу еще разок. То, как обычно, проспал. У нас был тест. Crazy Асурика. Вот такой вот сборки. Я попробую в следующий раз поставить ему священный суд еще. Возможно, вместо Огненки поставим что-то другое. Поставим на блокировку, не знаю, посмотрим. Ну, в общем, пока такой вот тест. Пишите, что вы думаете по поводу Асурика. Будем ли мы дальше его тестировать. Всем удачи, всем пока.